Тем временем в двух крупнейших бразильских городах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро вновь прошли протесты против проведения чемпионата мира по футболу. На забастовку вышли водители автобусов и кондукторы. Второй день миллионы людей не смогли вовремя попасть на работу и вернуться домой. Метро и поезда внутригородского и пригородного сообщения не справлялись с возросшей нагрузкой. В Рио-де-Жанейро, а также еще в 6 бразильских штатах весь день бастовали сотрудники гражданской полиции. В федеральной столице Бразилия правоохранители вышли на демонстрацию с требованиями повысить денежное содержание и улучшить условия службы. На протяжении недели во всех крупных городах Бразилии проходят демонстрации против выделения средств госбюджета на подготовку к мировому чемпионату, который пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Ежедневно в акциях протеста принимает участие более 50 тысяч человек. Все они требуют от властей увеличить финансирование систем здравоохранения и образования. Мы прекрасно понимаем, что нас могут арестовать. Нас могут ранить наши же коллеги из федеративной полиции. Но мы должны обратить внимание властей на актуальные социальные проблемы. Некоторым людям нечего есть, им негде жить. А правительство тратит миллионы долларов на чемпионат.